разбил несколько транзисторов. RF-530N, вот эти купленные с AliExpress, не удается разбить, они очень крепкие. Вот некоторые разбил. Вот это, похоже, оригинальный. Вот его какой кристалл большой. Вот этот тоже, вероятно, оригинальный. Вот его тоже такой большой кристалл. Хотя нет, это маленький кристалл. Вроде бы поменьше, но он тоже, нет, это подделка. Вот еще, это тоже подделка. Может, может и нет. Это 530. Тут вот какой малюсенький RF-540, вроде бы должен быть мощный и большой. Вот какой маленький. Я думал, почему эти RF-540 у меня так быстро не сгорают. Вот тут 3205, вот тоже какой маленький. Не знаю, ли это может и оригинальный, вот такой большой кристалл RFZ44N. Это тоже 44N, вот большой оригинальный. Вот этот, где я гадал, или оригинальный, который на AliExpress, или нет. Вот такой достаточно не маленький кристалл. Может, и оригинальный. Тем более по параметрам он совпадает. Сток и сток, сопротивление 1 Ом, как под это шито и должно быть. Допускается даже до 1,2 Ома. Вот RF-840, это тоже на AliExpress купленный. Вот тоже маленький кристалл. Но этот и дорого стоил, потому если и поделка, то хорошая поделка.